Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сейчас я, как всегда, нахожусь в городе Владивостоке. Здесь, с Дальнего Востока, рассказываю вам, что происходит у нас здесь. Такая погода, какие новости и здесь, и в мире. Смотрят уже канал очень много. И присоединились к нам Доминиканской Республики. Большой привет. Германия, Украина. Вот из России много смотрят, даже много тех, кто уехал из Владивостока, тоже из других городов пишут, что-то хотят увидеть. И просят показать улицы, дома, квартиры. Так что по возможности вам все покажу. Так что сейчас, пожалуйста, присоединяйтесь, берите ваш чай, еду и что у вас там, какое время, завтракайте, ужинайте, обедайте. Так что вам всем приятного аппетита. Сейчас у нас здесь около 10 градусов мороза. Так, камера замерзает, надо быстрее все рассказывать. Я тоже подмерзаю, замерзаю. Вот и хочу рассказать о новостях, которые происходят в мире. Сейчас уже, наверное, слышали, что вот новый вид этого коронавируса 19 мутировал. И вот он коснулся Британии. И сейчас вот 20 стран и более, и в том числе Россия, авиасообщения прекратили с Британией. До 8 февраля Венгрия запретила посадку самолетов из Британии. Так что вот такие дела. И Берлин будет добиваться закрытия всей Европы от Британии. Вот такая вот сейчас вот история происходит. Вот и вот этот вот коронавирус новый, который мутирует, он тоже уже заражает и в том числе детей. Так что такая вот большая опасность. Но в России не выявлено таких случаев. Так что сейчас, я так понимаю, сейчас будет еще все жестче. Границы все закроют. Такая вот сейчас ситуация. Вот кто уже находится в Турции или у вас взят билет в Турцию, там вот эти вот все банкеты, которые проплачены на Новый год, новогодние эти все развлечения будут отменены. Там комендантский час с 31 декабря по 4, там, по-моему, января, утро 4 января отменены все. Вот будут мероприятия вот эти вот, комендантский час. Так что вот так вот. Ну, я так думаю, что можно только будет заказать под заказ это всю эту еду. А вот так вот, чтобы где-то развлекаться, где большое скопление народа, такого сейчас не получится. Ну, пока так. Вот в Германии не обнаружили новый штамм коронавируса. Так что сейчас вот перед посадкой в самолет будут сдавать тесты на коронавирус. Есть он или нет, прямо перед посадкой. Так что все ужесточается, все очень строго. Ну, так что вот как-то. Так вот сейчас у нас такие реалии нашей жизни. Вот и сейчас вот такой единый есть номер в России, 112. Это для вызова всяких экстренных служб. Это уже такой по закону номер 112. Вы можете вызвать и полицию, и пожарную службу, и скорую помощь. И, в общем, все на этот номер надо будет звонить. Вот и в России принят новый закон о вытрезвителях. Сейчас появятся вытрезвители. Вот с 1 января они начнут уже действовать у нас в России. Ну, кто помнит, они были когда-то. Уже это не нововведение. Ну, вот сейчас так. Потому что, ну, стало много случаев всяких и домашнего насилия. В общем, в пьяном виде это очень часто все это происходит. Вот. И эти вытрезвители не будут добровольны. Тогда не пойдешь, разумеется, кто в состоянии алкогольного опьянения туда пойдет. Вот будут туда увозить нетрезвых. И это будет все не бесплатно. Надо за это будет заплатить 1500. Вот так что вот так вот. Не знаю. Надо пить в меру и соблюдать это законы, правила. Вот. Так что вот так вот. И с 1 января уже такое вот все будет. Ой, смотрите, как здесь у нас. Вот посмотрите, какая здесь
Здесь красота. Вот они, посмотрите, как движутся эти льдинки, танцующие, я их называю. Вот они друг от друга оторваны, такие разные формы. Все вам видно. Вот так вот выглядит сейчас наш любимый город. Да, кстати, дальше расскажу об этих событиях. Вот сейчас вот легендарные наши Добронравова и Пахмутова. Поэт-песенник, композитор, поэт-песенник, они госпитализированы с COVID-19. Так вот, обнаружен у них ковид. И актриса Ирина Муравьева тоже коснулась ее. Этот ковид тоже с коронавирусом госпитализирована. Так что пусть выздоравливают. И, конечно, сейчас самое главное для нас всех в этом году. Ну, и самое, конечно, актуально, чтобы были все здоровы, живы-здоровы. Так что близко-близко всех коснулась. До 22 января в Чехии режим чрезвычайной ситуации объявлен. Начнется вакцинация. В Канаде с 26 декабря там приняты жесткие меры. Ну, вот кому интересно, в России учреждена ассоциация издателей и писателей. И вот, ну, у кого малый бизнес, то в 2021 году, ну, из-за понятной ситуации, проверок малого бизнеса не будет, потому что бизнес очень пострадал, всех нас коснулось, и в том числе малый бизнес, так что вот, по закону проверок не будет. И выплаты по больничному листу не могут быть ниже минимального прожиточного минимума. Тоже вот такие законы сейчас. В Чечне, кстати, землетрясение, там 7 землетрясений, ну, таких небольших толчков в течение 10 дней произошли. Так вот, все трясет нас, как этот год нас не дотрясет всех. И на базе Чили обнаружен коронавирус. Не поверите, где? В Антарктиде. Так вот, уже и туда добрался. Кто вот смотрит телевизор, то там можете посмотреть из космоса. Сейчас сериал будет идти, там главные герои, космонавты, вот будут показывать там, что у них происходит. Ну, не знаю, долетит ли кто-то из актрис туда к ним, потому что тоже такой вот проходил кастинг на роль в сериале этом. Вот и, ну, говорили, что в следующем году, в середине следующего года там это вот все состоится. Ну, посмотрим. Еще сериалов с космоса мы не смотрели. Вот. Так что вот так вот. Рестораторы Барселоны, это Испания, грозят властям судом. Там вот тоже они... Бизнес везде страдает. Ну, вот так вот там они хотят перед... власти, своей власти Испании, вот перед фактом, так сказать, поставить, что бизнес их страдает. Ну, это происходит везде и всюду сейчас. Так что вот так вот. Я думаю, новости вам были интересны. Я очень, конечно, всех благодарю за то, что вы находите время и заходите сюда, на мой канал. Так что будем с вами вместе встречать Новый год, видимо, по домам, потому что в этом году мероприятия эти все запрещены, рестораны будут закрыты до 23 часов, они только могут работать, дальше они будут закрыты, будут проверки, так что никто рисковать на большие штрафы не будет. Ну, заказывайте, кто не хочет готовить себе эту еду с этих ресторанов. Так что вот так вот. И 31 декабря у многих будет выходной. Ну, вот уже говорили, это на усмотрение в России, на усмотрение по регионам работодателей. Если работодатель сочтет нужным, что можно сделать выходным. Так что так оно будет. Ну, может, будет сокращенный день. Так что вот так вот. Смотрите, как вот все там
Так, видите, замерзаю потихоньку, минус 10. Так, пожалуйста, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, поддержите канал, ставьте ваши лайки, пальчик вверх, пишите комментарии, делитесь видео, жмите на колокольчик, там такой есть колокольчик, вы на него нажмете, и он будет оповещать вас о новых видео, о том, что я выставляю, вам будет известно. Я тоже подписана на блогеров, смотрю их с большим интересом, нравится мне тоже, и сожалею, что я мало времени не могу больше уделять каким-то другим каналам, потому что очень-очень много людей интересного. Ну, сейчас вот тем более, видите, в эту пандемию не посетишь особо другие страны. Вот уже может кто-то жалеет, что в свое время не поехал куда-то. Ну, видите, непонятно, когда это закончится. Ну, как я вот прогнозирую. Ой, что это еще долго будет. Это, ну, года 4 точно будет все происходить. Так что придется нам в основном сидеть на своих местах во избежание вот этого заражения. Так что есть возможность посмотреть каналы и попутешествовать пока так, виртуально. Так что присоединяйтесь, смотрите. Показываю здесь очень много интересного, что у нас происходит, как у нас происходит. Так вот, хочу вам показать. Так вот еще, чтобы вы все-все увидели. Вот такая я у вас красотка. Вот, смотрите. Все шучу, конечно. Вот хочу вам просто поднять настроение, у кого его нет, чтобы оно было хорошим, позитивным. Вот. Надо хоть где-то отвлекаться от всяких событий. Так что, если что-то у вас происходит не так, заходите, будем вместе с вами поднимать свое настроение. Так, вот здесь вот, вот так вот, смотрите. Вот так вот. Единки, когда застынут, тоже покажу. Там вот, смотрите, солнышко. Да, очень правильно стать, чтобы вы его увидели. Так что, мои дорогие, благодарю за время, которое провели и сейчас со мной, и проводите. Покажу еще очень-очень много всего интересного. Буду снимать, продолжать. Только, пожалуйста, проявляйте вашу активность, чтобы канал видели, чтобы я видела плоды своего труда. Так что всех поздравляю. Как всегда, с наступающим Новым годом. Желаю всего позитивного, счастливого, чтобы все ваши желания и мечты исполнились. Обязательно, обязательно. Все, будет много интересного. Поезжу по всем вашим заказам, что вы там мне поназаказывали, дома, улицы, школы, музеи. Что хотели увидеть, все это я вам покажу. Вот. Так что счастья, здоровья, всех благ, всех целую, люблю. До свидания.